Доброго времени суток! Сегодня перед нами стоит проблема с программой Idolmaster. Это программа для крафта карточек с игрового клиента Steam. Проблема заключается в следующем. При запуске и авторизации программы, при условии, что все выполнено правильно, запущен сам Steam, запущена программа, в программе выполнена авторизация, но ничего не происходит. Внизу написано «Запись процесс» и все стоит на месте, карточки не крафтятся. В чем может быть причина? Поискав немного в интернете об этой проблеме, нашел совсем немного. Многие даже думают, что это неисправимая проблема, что это все из-за игр, так как они не поддерживают выдачу карточек на данный момент почему-то. Но мнений может быть много. Приступим непосредственно к ее решению. Сначала закроем Idolmaster и попробуем самый популярный и самый известный метод по устранению подобной проблемы. Закрываем Idolmaster. Находим панель управления. Во всех операционных системах семейства Windows будет это примерно выглядеть одинаково. В панели управления ищем параметры проводника, будет в 7 Windows параметры папок. Вкладочка «Вид» в самом низу «Показывать скрытые файлы и папки». Применить. Это можно не закрывать, отложить в сторону. Теперь заходим на диск C. Так, пользователи. Выбираем название вашего профиля. Updata. Local. Запомните путь до этой папки, где пользователь — это ваш профиль. Ищем Idolmaster. Удаляем целиком отсюда папочку. Не забудьте выключить перед этим Idolmaster. То есть это временная папка с файлами от Idolmaster. Так, удалили. Попробуем запустить еще раз. Пройдем авторизацию и посмотрим результат. Таким образом, мы устранили проблему с постоянно зависающим процессом в программе Idolmaster. Если же у вас получилось решить проблему таким образом, то есть дополнительные меры по этому поводу. Например, очистить историю в программе Internet Explorer, то есть в стандартном браузере Windows. Ну а пока все. Спасибо за внимание. Всего доброго.